Здравствуйте, дорогие друзья. Василий. Ладно, шучу. Я тебе зарплату биткоинами выдал в этом году, и радуйся. С вами компания Крупмонтаж, я Мороз Алексей. В этом видео я хочу подвести итог. В этом году мы стали партнерами компании Уникма. Это ведущая кровельная компания на российском рынке. Вы можете зайти к ним на сайт и посмотреть в категории строители, монтажники. Мы у них значимся. Это большая честь для нас. Мы терпеливо прошли все отборочные моменты с выездом специалистов Уникмы на наши объекты. Это не так просто, дорогие друзья. В общем, это неплохое достижение. Далее, в этом году компания Руки на нашем рынке как бренд Руки, а вообще это концерн металла CSIB, крупный европейский производитель. И нам было очень приятно, когда с нами связался представитель этой компании и предложил поучаствовать совместно в проекте. Мы собрались в Москве в их офисе, тянули там, было очень интересно, дисконтные карты, их всего 5. Компания Крупмонтаж выпала под номером 004. 5 фирм всего в России, не в Москве, в России, которые состоят Руки Roofing Club, он называется. Собрали, по мнению компании Руки, ведущих специалистов в кровельном деле. Мы одни из немногих в России, которых признал крупный европейский концерн. Мы в числе 5 российских компаний, которым компания Руки доверяет свои объекты и рекомендует своим заказчикам. Это большой плюс и достижение. Много обращений, очень много звонков в плане консультаций. Звонят люди проконсультироваться. К сожалению, мы реально по телефону не можем ответить. Это нужно погрузиться в этот вопрос, там, посмотреть фотографии хотя бы, там, чтобы помочь людям. Поэтому мы создали, ребят, на нашем сайте специальный форум, где вы можете зайти на этот форум совершенно бесплатно, выбрать категорию, написать суть вопроса, приложить фото и так далее. Вам обязательно ответим. Мы бесплатно ответим на ваш вопрос. При всем желании мы ответить не можем на все звонки и обращения. Хотя хотелось бы. Что касается форума, есть у нас обращения такие. Большой-большой ресторан, где вложена огромная сумма средств, богатая отделка. Вопиющий случай. Человек вложил столько средств в отделку, но недобросовестные кровельщики все испортили, весь труд. Клиент на форум специально прислал фотографии ресторана, какие проблемы бывают с кровлей. Если вы сомневаетесь, посещайте наш форум, задавайте вопросы, там есть ответы. Открываем мы большой интернет-магазин, называется он centercrof.ru. В данный момент идет заполнение товара, но уже интернет-магазин живой. Вы спросите, в чем преимущество нашего интернет-магазина кровельных материалов. Я отвечу. Люди меня спрашивают, какие материалы использовать, какие мембраны в мансарде использовать, что посоветуете. У нас этого нет, а где это можно взять? У меня в этом большой опыт. Кроме того, я крупный покупатель у поставщиков и производителей. Поэтому, вуаля, друзья, презентую кровельный магазин centercrof.ru. Можем скомплектовать кровлю и фасад от А до Я и отправить транспортной компании куда угодно. Гарантия от компании Крупмонтаж и сопровождение вашего объекта. Мы постоянно производим селекцию и отбор строительных бригад, потому что как ни крути, все равно кадры решают все. С кем мы работаем, кто у нас работает. Уже многие строители оставляют свое резюме и так далее. Мы рассматриваем, тестируем строителей и отбираем лучших. Я вас уверяю, лучшие строители и мастера работают в компании Крупмонтаж. А вот сейчас я дам тебе пи***юлей. Давай, давай, иди что-нибудь. Позорники. В связи с многочисленными обращениями к нам об обучении кровельному делу или мастерству, каких-то организований, курсов и так далее. В этом году тоже был запущен пилотный проект. 2 разных человека и работали в разных бригадах. Им очень понравилось. Хотя я знаю, что в интернете, если поискать, то можно найти какие-то курсы двухнедельные там кровельщиков, где мастера там отрабатывают какие-то навыки на стендах, гендовые узлы примыкания, сопряжения дымохода с кровлей и так далее. В будущем году мы хотим открыть учебные курсы по кровельному делу. Никаких стендов, работа только на кровле, на наших объектах, в составе опытной бригады. Теория — это одно, но нет ничего лучше практики. В этом году у нас появились первые выпускники.
Итак, дорогие друзья, желаю всем нашим подписчикам и кто смотрит наш канал большого здоровья, счастья в новом году. Оставайтесь с нами, будет много интересного. С вами был Мороз Алексей, компания Крофмонтаж. Пока.